Всем привет из Русской шахматной школы. Совсем скоро, в начале мая, мы организовываем большой фестиваль, шахматный фестиваль «Феникс». Фестиваль является отборочным этапом на первенстве Европы среди дошкольников, и главным призом является поездка в Ригу на, собственно, первенство Европы. Это большое мероприятие, на котором будут проводиться целый ряд различных соревнований по классике, по рапиду, по блицу, конкурс по решению задач. Помимо шахматных соревнований будут также проходить шахматные сборы, на которых ребята будут заниматься шахматами, консультироваться с тренерами и готовиться к соревнованиям как настоящие профессионалы. Шахматные сборы будут вводить ребенка в оптимальный режим для спортсмена, который поможет ему максимально успешно пройти все соревнования. Также на наш фестиваль приедет замечательный молодой и очень талантливый шахматист Миша Осипов. И вот сегодня он у нас в гостях. Как твои дела? Хорошо. Хорошо? Да. Ты только что чем занимался? Шахматами. Да, шахматами. Ты уже давно занимаешься шахматами, да? Да. Хорошо. А что тебе больше всего нравится в шахматах? Находить самые лучшие ходы. А у тебя получается? Не всегда. Не всегда. А когда получается? Иногда. Иногда? Иногда. Скажи, пожалуйста, случалось ли тебе играть в турнирах? В шахматных? В каких-то. В общем, в каких-то. Да. Да? А случалось ли тебе когда-нибудь играть с какими-нибудь знаменитыми шахматистами? Но это были интересные партии? Намного лучше. Да? Там больше тепло. Еще кажется, это интересно. И сыграл в ничью. На самом деле, много показанная пешка. Там надо было идти поэтому, когда же в ничью надела. Здорово! А с кем бы ты еще хотел сыграть? Я Каспар, там с Никасом, с Кадианкой, с Кималой, со всеми. Со всеми, со всеми. А с кем больше всего? С Каспарой. Вот там у меня было. Почему? Как тебе кажется? Мне просто нравится, а мне это мой самый любимый шахматист. Здорово. Скажи, пожалуйста, я вас слышала, что скоро ты будешь принимать участие в фестивале «Феникс». А, да, это верно. Да? Да. Ты уже готовишься как-то к этому фестивалю? Да. А как ты готовишься? Я решаю тактику задачи. Я тактика про задачи. Точнее, тактика, у которой есть задача. Хорошо. Тебе нравится? Да. Здорово. Ну? Хорошо. Успехов тебе на фестивале. Спасибо. Удачи, чтобы победили. Спасибо. Пожалуйста. А из сладкого или из меда? Любого. Давай сначала из не сладкого, а потом из сладкого. Сосиски в рыбной палочке. Да, я уверена, что на фестивале «Феникс» будут сосиски и рыбные палочки. А из сладкого? Тиндер и буэн. Да, знаю, вкуснотища. Здорово. Еще мы будем там на фестивале играть в разные игры спортивные. Например, футбол. Тебе нравится футбол? Да, это мой любимый спорт. Правда? Да. А ты играешь или просто, или тоже занимаешься футболом? Я играю с папой и мамой и смотрю его. А моя любимая команда «Амка». А мне нравится много команд. «Амка», «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Локомотив». Ух ты, такие разные команды, все-все-все.